Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я делаю заготовку смородины на зиму. Я ее перекручиваю на мясорубке и потом с сахаром перемешиваю. Сахара беру по объему 2 к 1. Смородину я предварительно помыла, я ее не сушу. Откидываю на дуршлаг, она у меня вот так постоит, и перекручиваю. Сейчас досыпаю 2 килограмма сахара. Хорошо перемешала сахар. Теперь смородина вот так постоит под крышечкой. Сейчас утро, она постоит до обеда. Досыплю остальной сахар и буду готовить ее дальше. В обед смородину опять немножко перемешаю. Смотрите, она уже зажелировалась. Уже стала вот такая. Досыпаю еще сахар. Посыпаю еще 2,5 килограмма. Вымешиваю смородину. Размешала весь сахар и оставляю до вечера, пока он растворится. Смородина простояла до вечера. Получилась она... Ой, зажелировалась уже прямо здесь. Смотрите, какая она стала густая. Шикарная. Сейчас я ее еще раз перемешаю. И буду перекладывать уже на хранение. Сухое вот ведерочко подготовила. Сложила смородину в ведро. Остальное вот собираю в баночку. Будем сейчас или в водичке в холодной растворять и пить как напиток, или мороженое поливать вместо топпинга. Смородина уже очень вкусная. Она уже готова. Будем зимой есть. Приятного всем аппетита!